Итак, доброе утро, мои родные. Представляю вам сегодня на моем канале Мона Лиза овощную лавку. Вот такой ассортимент у меня сегодня будет. Так, начнем мы, наверное, с кудрявого салата. Вот такой вот у меня кудрявый салат, маруля называется у нас в Болгарии, одна штучка. Имбирь я очень люблю, он у нас был по акции в Кауфланде, взяла я больше килограмма, он хорошего качества, сочный, у него сейчас сезон, так что берите, кушайте, делайте чаи, я его так в сыром виде кушаю, в мюсли добавляю, в смузи, в различные коктейли, нутрибомбы. Очень-очень полезный продукт. Особенно в зимнее время убивает микробы, повышает иммунитет. Так, дальше. Мандаринки. Взяла две. Два кулечка по килограмму. Мандарины очень сейчас, как раз под Новый год. Так, яблочко зеленое. Вот такой Гранни Смит. Лимоны тонкокорые, хорошие. Бананы, 4 штучки. Морковка у нас идет очень хорошо, мы ее любим. Так, взяла вот такое кешью, вот такие орешки, они уже запеченные. Вот. Вот такое вот. И вот такая витаминозная закуска. Вот так она выглядит. Колечками. Сладкая. Была акция, купила. Будем добавлять в завтрак. Вот такая. И можно делать комбинацию. Например, комбинировать несколько продуктов. Например, морковка, мандарин, яблоко, банан, имбирь. И вот у вас будет ваш коктейль. Немножко йогурта, немножко медика, немножко орешков. И завтра готов. Вот такие покупочки у меня сегодня были в овощной лавке. Вот такие вот небольшие. Так что, мои родные, подписывайтесь, комментируйте, делитесь своими друзьями в соцсетях этим видео и ждите меня в гости. Всем пока!